Terra Mobil дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Приезд Великой Святыни, иконы с частицей мощей Святой Матроны Московской, состоится 19 декабря 2017 года. Это событие будет происходить в Малом храме Святого Великомученика Дмитрия Солунского при Петропавловском кафедральном соборе города Нефтекамска по благословению нашего владыки, преосвященного епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия. Святыня пробудет в соборе до 9 января. Мы приглашаем всех жителей, гостей, всех желающих посетить эту великую святыню, помолиться. Патрона Московская всегда отличалась очень тем, что очень всегда доходчиво слышала все молитвы людей, которые к ней обращались, невзирая на возраст, невзирая на социальное положение. Она всегда слышала те проблемы, с которыми приходили люди, и всегда помогает в их устроении, всегда ходатайствует ко Господу, чтобы Он помог управить и разрешить те проблемы к лучшему.